эфир 24KZ продолжает выпуск новостей в студии Патагоз Аркулова. Здравствуйте. Все дома и социальные объекты в городе Сарань Карагандинской области подключили к теплу. Промышленные предприятия работают в соответствии с производственными программами. У всех есть необходимый запас топлива, говорится в сообщении Минэнерго. На месте работает специальная комиссия. В ее состав вошли представители энергонадзора, руководители региона, профильных ведомств и специалисты заводов-поставщиков. Ситуация находится на контроле акимата области и Министерства энергетики. По поручению премьер-министра специальная комиссия в составе Министерства энергетики, руководителей региона, Комитета атомного энергетического надзора проводит контроль ситуации над реализацией схемы теплоснабжения города Сарань. Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения и приняли следующее решение. Первое. До запуска центрального теплоисточника, центральной районной котельни, теплоснабжение города осуществлять за счет локальных котелен. Все котельные локальные, которые до этого были в резерве расположены и подготовлены, они запущены, сейчас они в штатном режиме работают, подают тепло в полном объеме. Уголь на этих котельных в полном объеме имеется. Мы отслеживаем на данный момент температуры подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо будет нарастить дополнительными котлами, эти решения уже приняты и в ближайшее время будут наращены. Жители задавали по двум котельным, которые ранее не существовали, но их переподключили на действующие котельные, поэтому там никаких вопросов уже не будет. Плотная застройка усложняет работу пожарных в Шымкенте. Иногда, чтобы добраться до места происшествия, им приходится преодолевать настоящую полосу препятствий, особенно проезжая по узким улицам частного сектора. Есть один способ, чтобы подготовиться к работе в таких условиях – отрабатывать навыки на учениях. Пожарные тренируются на самых сложных участках города. Главное – доехать до горящего объекта с минимальными потерями времени. Катерина Попкова побывала на учениях. Настоящим испытанием для пожарных Шымкента стала проблема плотной застройки. Узкие улицы частного сектора создают серьезные препятствия. Тяжелые машины не могут развернуться, а подъезд к домам блокируют строения и неправильно припаркованные автомобили. Водитель пожарной спецмашины не рискнул заехать на эту узкую улицу, где плотная застройка. И такая проблема, по словам спасателей, есть и в других микрорайонах. А здесь, чтобы погасить огонь, пришлось развернуть 13 рукавов, а это 260 метров. Сейчас это учение. Пожарные команды отрабатывают маневры в самых труднодоступных уголках микрорайона Коксай. По словам местной жительницы Галины Бос, такие участки тут далеко не редкость. Улицы узкие, конечно, очень. Это самое. Ни машинам не подъехать, особенно скорой. Вот скорую, если вызываешь, это самое. Где-то там далеко приходится останавливаться. Пожарка приезжала, как могла, так доставала. Спасатели подчеркивают, наличие свободного проезда – это гарантия того, что помощь подоспеет вовремя. А тем временем в мегаполисе данные статистики по пожарам продолжают расти, отметила начальник управления государственного пожарного контроля Эльмира Ережепова. У нас по городу, именно по жилому сектору вот эти такие вот одноэтажные дома стихийных застроек, получается около 130 пожаров произошло. Это получается 80% от общего количества пожаров. Получается, что рост идет на 50%. Шымкентцам также напомнили о профилактических мерах. Важно следить за состоянием газового оборудования, электропроводки. И эти работы должен выполнять только профессионал, иначе могут быть непредсказуемые последствия. Например, как в этом доме. Здесь неправильно очистили дымоход. Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Самат Нагашбекулы, Шымкент, 24KZ.
Массовое тестирование системы раннего оповещения состоялось в Алматы. Теперь масс-алерт доступен и для пользователей мобильных устройств с операционной системой iOS. На смартфоны жителей и гостей мегаполиса поступило тестовое оповещение с пометкой «Национальное оповещение». А для некоторых пользователей устройств с операционной системой Android сообщения были с пометкой «Президентское оповещение». Как сообщили в управлении цифровизации Алматы, система масс-алерт работает корректно только с программным обеспечением iOS 18. Таким образом, чтобы получать экстренные сообщения, владельцам устройств iPhone необходимо обновить свою операционную систему до последней версии. Напомню, на первом этапе ввода в эксплуатацию системы масс-алерт 31 мая этого года прошло успешное тестирование для пользователей устройств с операционной системой Android. На втором этапе к системе экстренного оповещения подключили пользователей устройств с iOS. В соответствии с международной спецификацией, все изготовители телефонов применяют разные названия на уровне своих мобильных устройств. Но на данный момент уже разработана техническая спецификация для Республики Казахстан и ведется работа по утверждению единого регламента на уровне Министерства цифровизации и производителей мобильных устройств. Хочу отметить, что жителям и гостям города не стоит беспокоиться, так как сообщение носит тестовый характер. За последние 10 лет аренда жилья в странах Европы выросла в среднем на 20%. Многие вынуждены съезжать со съемных квартир, в которых проживали десятилетиями. Сильнее всего ужесточились условия на рынках недвижимости в популярных туристических регионах. Подробнее о жилищном кризисе в странах Европейского Союза в нашем следующем материале. Жители Греции столкнулись с растущей финансовой нагрузкой из-за подорожания жилья. Цены на недвижимость в стране выросли на 11% за последние два года, сообщает Евростат. Это привело к значительному увеличению расходов граждан на аренду и ипотеку. В среднем греки тратят на квартиру около 40% своего дохода, что является одним из самых высоких показателей в Евросоюзе. Такая ситуация особенно остро ощущается среди малообеспеченных слоев населения, молодых семей и студентов. Для решения проблемы правительство Греции рассматривает повышение налога на краткосрочную аренду жилья для туристов. Кроме того, на данный момент выделено более 2 миллиардов евро на субсидирование низкопроцентных кредитов для поддержки граждан, нуждающихся в собственном жилье. Жилье в столице Португалии тоже подорожало. Приезжим в Лиссабоне снимать квартиру или дом не по карману. Цены на аренду увеличились на 56% за последние 7 лет. В результате чего в городе происходит отток населения. Численность сократилась на четверть за 7 лет. В местных учебных заведениях не хватает преподавателей. Для решения проблемы городской совет начал обеспечивать доступным жильем учителей, вынужденных добираться на работу издалека. В этом году власти выделили 105 домов. Первые 16 педагогов уже получили право на заселение. Ежемесячная арендная плата составляет от 150 до 400 евро в зависимости от типа апартаментов. Однако, несмотря на эти меры, жилищный кризис в Португалии остается актуальным. Более половины работающего населения страны получает зарплату меньше 1000 евро в месяц, что значительно затрудняет аренду квартир даже по социальным ценам. Недвижимость в Испании подорожала более чем на 3% за прошедшее лето, и к концу года ожидается дальнейшее повышение цен. Мадрид занимает первое место в списке самых дорогих городов Испании. Здесь стоимость квадратного метра в новостройке в среднем составляет 2800 евро. На втором месте идут Балиарские острова и Каталония по 2600 евро за квадрат. Вместе с этим растет и плата за аренду. При доходе около 2000 евро арендаторам в Мадриде приходится тратить больше половины на съем жилья. Ситуация сказывается на качестве жизни местных жителей, а также задерживает сепарацию молодежи от родителей. Они покидают семью в среднем только после 30 лет. Аналогичная проблема наблюдается в Барселоне, Малаге и Гранаде. По количеству арендованного жилья Германия является лидером в Европе. Более половины населения живет не в своих четырех стенах, а в съемных апартаментах. Сейчас в стране не хватает более 800 тысяч квартир, и эта цифра неуклонно растет. По итогам прошлого года число людей без определенного места жительства составило около 600 тысяч человек. Из них 50 тысяч вынуждены жить на улице. Власти планируют решить проблему к 2030 году. Стратегия предусматривает строительство социального жилья по 100 тысяч. Тысяч льготных квартир в год, борьбу с дискриминацией на рынке аренды, а также расширение страховых и консультационных услуг. Тамерлан Ким, Сандугаш Байгуаныш, 24 KZ.
И о жилье у нас. Сегодня в Сенате парламента рассмотрят поправки по вопросам реформирования жилищной политики. Что будет меняться, хотим узнать из первых уст. По Zoom к нам присоединяется представитель Министерства промышленности и строительства Карахан Каби. Карахан Зинулаула, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите основные новеллы. Законопроект называется «По реформированию жилищной политики». Самое первое новшество законопроекта является передача действующих функций акиматов, как постановка на очередь, ведение этого очереди, распределение жилья в Отпасабанк. В дальнейшем Отпасабанк эти функции будут осуществлять централизованно, будет создаваться единая база в Отпасабанке. Второе немаловажное новшество этого законопроекта – это в дальнейшем в очередь могут встать каждый нуждающийся гражданин, несмотря на наличие определенной категорийности. То есть действующее законодательство предусматривает у тебя обязательно то ли многодетный, то ли госслужащий, то ли лица с инвалидностью. А теперь каждый, у кого не имеется жилья на праве собственности, могут встать на учет. При этом при распределении каких-либо мер, как арендное жилье или, может быть, кредитное жилье, жилищных сертификатов и так далее, будет учитываться категория этого гражданина. То есть у нас законопроектом определено еще первоочередные категории граждан. Они расширяются. Сейчас их три, как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-сироты и многодетные матери. Этот перечень у нас еще добавляется как лицами с инвалидностью первой-второй группы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, вдовы, ветераны, приравненные к ветеранам ВОВ и ветераны, участвующих в боевых действиях на территории других государств. Скажите, а для чего эти изменения? Ведь изначально система льготного кредитования разрабатывалась для того, чтобы люди, не имеющие возможность, смогли приобрести жилье со временем. Не получится ли так, что сейчас у кого есть на самом деле деньги, есть возможность, оформят на родственников квартиры, то есть де юре не будут иметь своего жилья, но получат возможность кредитоваться? Не, отсутствие жилья за последние 5 лет предусматривается. То есть человек должен признаться Отпасабанком, что он реально нуждается. Не вчера продал, не вчера отчуждал, а именно уже на протяжении 5 лет считается официально нуждающимся. На праве собственности на территории Республики Казахстан не имеется жилья. Еще такая поправка предусматривается, при распределении жилищ учитываются будут доходы граждан. То есть граждане, которые имеют более маленькие доходы, они будут претендовать на арендное жилье, на более льготные условия кредитного жилья. Граждане, которые более средними доходами, да, так скажем, они будут получать кредитное жилье, но уже такими 5% ставкой вознаграждения, да, или же 7%, как предлагает программа «Наурус» для социально уязвимых слоев населения сейчас. А граждане более высокими доходами, они будут претендовать как ОТАУ 9%, или же собственный продукт Отпасабанка, или вообще рыночные программы банков второго уровня. То есть при распределении предусматривается, дается возможность всем получить, даже если нет у тебя категории. Но при распределении будет учитываться доходность этого заявителя. Скажите, а что-нибудь будет меняться в плане очередности? В плане очередности в основном нет. То, что говорил, на очередь могут встать все нуждающиеся, несмотря на какую-то определенную категорию. Еще добавлю, дается данным законопроектом право на приватизацию жилища, ранее предоставленных без права выкупа. Таких жилищ у нас по стране сейчас около 51 тысяч. Это даются такие жилья с 2017 года в рамках программы «Нурлы жер». Раньше выдавались без права выкупа. Люди смогли получить, проживать каждые 3 года, в некоторых акиматах 5 лет, продлевать договор аренды. Сейчас дается возможность приватизировать
получить на свою собственность. Порядок приватизации остается неизменным, то есть данный порядок уже существует по остаточной стоимости, не по рыночной, дается до 10 лет в рассрочку без никакой процентной ставки, но при этом требуется внесение 30% первоначального взноса. Скажите, на какой стадии сейчас рассмотрение документа, когда примерно эти поправки уже будут приняты? Уже сегодня после обеда запланировано пленарное заседание Сената. После будет уже направлено дальше на подпись президенту. Хорошо, спасибо большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. Напомню, по Zoom к нам присоединялся представитель Министерства промышленности и строительства Карахан Каби. Спасибо еще раз большое. Продолжаем выпуск. Агентство по финмониторингу завершило расследование 57 дел о финансовых пирамидах. Ущерб составил почти 20 миллиардов тенге. Уже возмещено больше 12 миллиардов. Организаторов некоторых схем привлекли к ответственности. Одно из дел касается финансовой пирамиды Hit Beat Music. Мошенники выдавали себя за иностранную компанию и привлекали деньги, обещая высокие доходы от 10 до 15%. Так им удалось обмануть казахстанцев на 255 миллионов тенге. Суд приговорил основателей финансовой пирамиды к 5-6 годам тюрьмы. В агентстве также отметили, что проводят анализ соцсетей для выявления мошенничества, отслеживая подозрительную активность и фальшивые профили. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. В сети интернет выявлено 44 финпирамиды, закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 миллионов граждан потенциальных вкладчиков. АФМ запущен Telegram-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства. Тем временем Казахстан присоединился к еще одной инициативе ОЭСР. Наша делегация во главе с руководителем антикоррупционной службы впервые принимает участие в заседаниях рабочей группы организации по публичной добропорядочности и противодействию коррупции. Наряду со странами-участницами и кандидатами на вступление в эту международную организацию Казахстан представил свои достижения. Так, в индексе восприятия коррупции наша страна улучшила свои позиции до исторического максимума. В кредитном рейтинге Moody's оценка повышена до стабильной. Улучшилась позиция Казахстана и в индексах верховенства закона и контроля коррупции. Повышение антикоррупционных стандартов до самых строгих – главные условия членства в клубе стран ОЭСР. В ходе заседаний рабочей группы обсуждались вопросы добропорядочности в государственном и частном секторах, но также вопросы борьбы с коррупцией в обществе. Я считаю, что такие встречи важны и полезны. И о событиях в мире. Первый подтвержденный случай холеры зарегистрировали на севере Ливана. Там высокие риски распространения болезни, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Жители с южной части страны массово перебираются на север, где население не вакцинировано, сообщили в ООН. А у тех, кто переезжает, за последние 10 лет не сформировался иммунитет к холере. Минздрав начал кампанию по вакцинации, охватывающую 350 тысяч человек. Однако ситуацию осложняет постоянная бомбардировка ВВС Израиля, пишет агентство Анадолу. Армия Израиля атаковала еще одну позицию временных сил ООН на юге Ливана. Израильский танк обстрелял сторожевую вышку базы миротворцев недалеко от города Кфаркила, заявили в ЮНИФИЛ. Атаку назвали преднамеренной. Вышка получила повреждения, камеры на ней уничтожены. О погибших и пострадавших не сообщается. Израиль призывает временные силы ООН покинуть юг Ливана, где Цахал проводит наземные рейды против Хизбаллы. По утверждению израильских властей, бойцы движения ведут огонь вблизи позиции ООН и используют их в качестве прикрытия для своей деятельности. Отмечу, миротворческие силы ООН в Ливане насчитывают 10 тысяч человек. Они дислоцированы на юге страны с 1978 года в качестве буфера между Ливаном и Израилем. На голландских высотах, граничащих с зоной конфликта, также несут службу 139 миротворцев из Казахстана.
В армии Израиля высказались по поводу прекращения боевых действий в Ливане. Министр обороны страны заявил, что это возможно только под огнем. Он встретился с командирами армии на северной границе страны и оценил ситуацию. По его словам, боевики Хизбаллы начинают сдаваться в плен, и это доказывает успехи армии. Израиль не прекратит борьбу с группировкой, пока не сможет безопасно вернуть своих граждан в их дома вблизи ливанской границы, заявил министр. Хизбалла находится в очень тяжелом положении, некому командовать. А если вы кого-то и найдете, то пока он не отдаст приказ, его некому будет выполнить. А если в конце концов кто-то его выполнит, у них не будет возможности сделать это. Вытеснение Хизбаллы из региона позволит нам вернуть жителей на севере Израиля. Мы будем вести переговоры под огнем. Я говорил это в Газе, я повторяю это сейчас. Израиль ответит на иранский ракетный удар до президентских выборов в США. Такое мнение американских чиновников со ссылкой на анонимные источники в своем эфире озвучил телеканал CNN. По их информации, это может произойти всего за несколько дней до президентских выборов, что не случайно. Это нужно, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации на Ближнем Востоке. А страны Европейского Союза и Персидского залива призвали участников конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь и исполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что ко всем гражданам должен быть обеспечен гуманитарный доступ. Нельзя допустить распространение конфликта на более широкий регион. Об этом говорится в совместной декларации по итогам первого саммита стран ЕС и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который проходит в Брюсселе. Стороны также заявили о поддержке прав народа Палестины на самоопределение через решение о двух государствах. Мы готовы работать вместе, чтобы противостоять глобальным вызовам. Мы хотим больше стабильности, больше безопасности и процветания, а также больше уважения к международному праву. Необходимо предпринять все наши усилия и мобилизовать все наши дипломатические навыки, чтобы остановить очень опасную эскалацию. К сожалению, мы видели, что все усилия были затруднены в последние несколько недель. И в основном в последние 3-4 недели вообще не было никаких переговоров или взаимодействия. Мы просто двигаемся в одном круге молчания со всех сторон, и это прискорбно. Более 16 тысяч палестинцев в городе Хан-Юнис ежедневно сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Людям приходится по несколько часов в день стоять в длинных очередях, чтобы получить бесплатное питание. Об этом передает Рейтер. Ситуацию усугубляют перебои с поставками гуманитарной помощи и рост цен на продукты. В ответ на эту информацию в Израиле сообщили, что с начала октября в Газу через различные КПП поступило более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это продовольствие, вода, газ, оборудование для строительства убежищ и медикаменты. США предупредили Израиль о сокращении военной поддержки. Вашингтон потребовал улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Израиль призвали снять ограничения на ввоз и увеличить снабжение гумпомощи. Объем поставок в анклав за прошедший год оказался на рекордно низком уровне. Это привело к ухудшению положения для более 1,5 миллиона палестинских беженцев, говорится в письме, адресованном Министерству обороны Израиля. Уровень гуманитарной помощи не поддерживается. Фактически он упал более чем на 50% по сравнению с пиковым уровнем. Мы видели, как власти Израиля вносили изменения раньше. Следом гуманитарная помощь увеличивалась. Они последние несколько месяцев работали с международными организациями над проведением кампании вакцинации от полиомиелита в секторе Газа. Различные логистические и бюрократические препятствия можно преодолеть. И поэтому правительству Израиля необходимо решить эти проблемы. А Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам может перестать работать в секторе Газа. По словам его руководства, близка точка перелома. Сложные условия работы на территории анклава усугубляет приближающаяся зима. В январе этого года Израиль обвинил ряд сотрудников агентства в причастности к атаке на страну, которая произошла 7 октября прошлого года. В ООН пообещали провести по этому поводу расследование. После этого заявления государства стали отказываться от финансирования агентства. Всего помощь БАПОР приостановили 15 стран.
Я не буду скрывать, что мы можем достичь точки, когда мы больше не сможем работать. Мы очень близки к возможной точке перелома. Когда это произойдет, я не знаю. По нашей оценке, на сегодня до 70% инфраструктуры анклава разрушены. Они пострадали. Пострадали также объекты ООН. Тысячи нуждающихся людей остались без помощи. Постоянное представительство Ливана в ООН подало жалобу в Совет Безопасности организации. Причина – продолжающиеся бомбардировки со стороны Израиля. Под атаки попадают гражданская инфраструктура и позиции армии Ливана. В официальном заявлении Министерства иностранных дел страны сказано, что Израиль наносит удары по центрам скорой медицинской помощи и гражданскому населению. По данным Минздрава, число погибших от израильских ударов с октября прошлого года превысило 2000 человек. Между тем, в Сахал утверждают, что армия наносит удары по позициям группировки Хизбаллы. В Бейруте открылся новый травматологический центр. Одновременно в нем смогут принять 20 раненых. Техническим оснащением медучреждения занимался Международный комитет Красного Креста. Организация также направила в больницу на юге Бейрута специализированную бригаду хирургов, у которых есть опыт работы в ходе военных действий. Они будут помогать местным медикам. Напомню, с сентября этого года Израиль совершил как минимум 23 атаки на медицинскую инфраструктуру Ливана. Погибли 72 человека. Сегодня на юге страны из-за эскалации конфликта не работает половина пунктов первичной медицинской помощи и диспансеров. Продолжаем выпуск. КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Накануне Пхеньян подорвал оставшиеся межкорейские дороги вдоль общей границы. Первые взрывы произошли 15 октября. Тогда уничтожили участки двух дорог в восточной провинции Канвондо. В Северной Корее заявили, что ситуация на полуострове на грани войны из-за провокации враждебных сил. Так там называют Южную Корею и США. Около 1,5 миллиона человек добровольно вступили или вернулись в армию Северной Кореи с 14 по 15 октября. Министерство обороны КНДР добавили, что их дальнейшим шагом станут меры по превращению южной границы в крепость. Последние месяцы стоимость золота обновляет свои исторические максимумы. Причиной этого эксперты называют геополитическую ситуацию в мире, в том числе и предстоящие выборы президента в США. О том, как результаты выборов повлияют на стоимость золота, в материале Райхан Сериковой. Стоимость золота в этом месяце достигла исторического уровня, составив почти 2700 долларов за унцию. Цена выросла на 400 долларов за последние полгода, передает Bloomberg. По данным финансовых аналитиков, на котировки влияют предстоящие президентские выборы в США. Специалисты Bank of America прогнозируют рост цен на золото до 3000 долларов за унцию к концу года, при условии, что на выборах победит Камала Харрис. Драгоценный металл всегда растет в цене, когда Конгресс США контролируют именно демократы. Дело в том, что партия тратит из госбюджета больше, чем республиканцы. В случае победы Трампа стоимость драгоценного металла не опустится ниже 2500 долларов за унцию. Чем ближе выборы, тем более непредсказуемой становится ситуация. Сейчас период хаоса и нестабильности. Несмотря на то, что золото продолжает достигать новых исторических максимумов, оно еще не достигло своего пика. Ему еще есть куда расти. Говорят, что власти США создают $1 триллион новых долгов каждые 100 дней. Помимо выборов в США, есть и другие факторы, способные влиять на котировки драгметалла. Особенно меняют цены на золото нестабильная геополитическая ситуация в мире, в том числе войны и конфликты. По прогнозам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, золото будет стоить 2900 долларов за унцию к осени следующего года. За последние 3 недели невероятно подскочили цены не только на золото, но и другие драгоценные металлы, такие как серебро и платина. На золото в особенности, конечно. Я думаю, причина в экономической ситуации по всему миру. По данным опроса Всемирного совета по золоту, все больше и больше стран будут покупать этот металл и увеличивать свои золотые резервы в течение следующего года. Одной из таких стран является Казахстан. В прошлом году страна заняла 7-е место по скорости закупки золота. Райхан Серикова, 24 KZ. И еще о событиях в мире. На конференции в Ташкенте обсудили сотрудничество Казахстана и Узбекистана в атомной отрасли. Одной из главных тем на повестке стал дефицит электроэнергии. А в обеих странах он растет вместе с экономическим потенциалом и демографией.
И вот нашему текущему дефициту, острой фазе, примерно 2 года, да, и я в последнее время попытался все это оцифровать, у меня получилось порядка 60 миллиардов тенге, это что-то там около 123 миллионов долларов, мы в год тратим на то, чтобы обеспечить нашу, компенсировать нашу энергозависимость, да. Но надо понимать, что это молодая зависимость, и как я уже сказал, ей всего 2 года, и она будет расти точно там в существенной прогрессии, да, и если ничего не предпринимать. Похожая ситуация и в Узбекистане. Там 80% потребностей в энергии покрывает газ. Остальные источники – это водные, солнечные и ветровые электростанции. Узбекистан строит свою первую атомную станцию в районе озера Тускан в Джизакской области. Согласно плану, бетон для фундамента энергоблока должны залить в 2026 году. До конца 2024 года мы планируем начать работы по вахтовому поселку, уже это строительно-монтажные работы, начать строительно-монтажные работы по строительно-монтажной базе. Строительно-монтажная база для чего нужна? Чтобы построить атомную станцию, мы должны там ремонтно-механические мастерские построить гаражи для спецтехники, построить арматурный цех, построить бетонно-смесительные узлы. Это целый комплекс. Это не просто начать станцию. Чтобы начать строительно-монтажные работы на самой станции, мы должны вот этот целый комплекс подготовительных работ выполнить. И мы эти работы собираемся начать. На 24 KZ новости мы продолжаем. Иностранные авиакомпании смогут использовать аэропорт Уральск. Ему присвоили 5-ю степень в рамках программы «Открытого неба». Соответствующий документ накануне подписал министр транспорта Марат Карабаев. Руководство аэропорта уже приступило к переговорам с различными авиакомпаниями. Уральск стал 15-м городом страны, где ввели режим открытого неба. Теперь география полетов значительно расширится, надеются турагенты. По словам Марии Еркибаевой, помимо Турции и Египта, самые популярные направления у жителей региона – это Грузия, Арабские Эмираты и Таиланд. Однако раньше добираться в теплые страны уральцам приходилось через соседние города. Это основная наша проблема. С Уральска много куда не вылетишь. Да. Поэтому, чтобы полететь куда-либо, наши туристы иногда вылетают из Алматы, в такой период зимний. Также связывает нас Актау, Уральск, Актау, дальше там, куда мы, и Атрау. Ну, то есть дороги плохие сейчас в Атрау, знаете, да, чтобы доезжать до Атрау, и рейсов меньше до Атрау, там неделю всего лишь 2 рейса. Поэтому это, конечно, для нас проблема. Долгое время уральцев не устраивало и неудобное расписание внутренних рейсов. Проблему не раз поднимали на встрече с депутатами. Раньше рейс в Астану был в 4:40 утра. В 2 часа ночи пассажиры должны были уже быть в аэропорту. Получается, чтобы добраться до столицы, уральцы не спали всю ночь. Надеемся, теперь все изменится, и режим открытого неба откроет новые возможности для развития туризма и привлечения инвестиций. С введением режима открытого неба руководство аэропорта приступило к переговорам с авиаперевозчиками. По словам гендиректора Рустама Бектимирова, главное, чтобы иностранным авиакомпаниям было выгодно выполнять эти перелеты. Пятая свобода воздуха в Уральске позволит принимать воздушные суда иностранных авиакомпаний, которые далее будут выполнять рейсы в другое иностранное государство. В прошлом году было 2 авиакомпании, которые готовы были выполнять перелеты, но режима открытого неба не было. В данном случае, как только мы получили новость о том, что нас включили в режим открытого неба, мы, получается, сейчас заново с ними ведем переговоры и ведем переговоры с другими авиакомпаниями в том числе. Международный аэропорт Уральск осуществляет 32 рейса в неделю. 5 внутренних, 1 международный и 2 чартерных. Здесь уверены, что технически воздушная гавань имеет все возможности для полноценного функционирования в новом режиме. Альбина Кумаргалиева, Ирвол Медгалиев, Эльдар Аюпов, 24 KZ, Уральск. В городе Шемонаиха, Восточно-Казахстанской области, 300 детей учатся в школе, построенной еще 88 лет назад. Здание уже давно перестало соответствовать современным стандартам. Например, спортзал расположен на 2-м этаже, хотя по правилам должен быть в отдельном помещении. Жители Шемонаихи надеются, что совсем скоро неудобствам придет конец. В райцентре строят новую школу. Моя коллега Анна Лисимбердина узнала, когда произойдет долгожданное новоселье.
Эта школа самая старая в Шемонаихинском районе, построена еще в 1936 году. И никакая краска уже не может скрыть почтенный возраст учебного заведения. Древние лестницы, двери, потолки, видны даже трубы на стенах. Раньше здесь было печное отопление. Особенно неудобно расположение спортзала на втором этаже, делится девятиклассник Никита Рейзвих. Он занимается баскетболом. Правда, тренироваться старается в основном по вечерам. Потому что под нами кабинет младших классов. Учителя некоторые жалуются, что мы здесь топаем и мешаем провести уроки. А качественный и большой спортзал – это важно для больших достижений, для школы, для нас, чтобы у нас было большое будущее в спорте. Приходится спортзал использовать порой и не по назначению. Именно здесь проводят концерты, линейки, школьные мероприятия. У нас актового зала нету, поэтому приходится все мероприятия проводить здесь, в спортивном зале. Не было тут и столовой. Соединили несколько кабинетов. На 360 учеников всего два санузла, и те маленькие, приспособленные. У нас все кабинеты приспособленные. Медицинского кабинета нету. Медицинский кабинет тоже приспособленный. Кабинеты размещают только 20 детей по санитарным нормам. Но нам приходится посадить туда детей 23, 27, 24 детей. Поэтому здесь с нетерпением ожидают, когда завершится в их микрорайоне строительство новой комфортной школы. Сейчас у нас работа выполнена 85% полностью, если в общем брать. Активно идут работы по благоустройству, внутренним работам. Это подведение инженерных коммуникаций, отопление, водоснабжение, электроснабжение. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики намерены в декабре. И, возможно, новогодние утренники дети отметят уже в современном актовом зале в новом учебном заведении. Всего в регионе в ближайшие два года планируют построить 10 комфортных школ. Анна Лисенберна, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, 24 КИЗ. Костанайской области завершается уборочная кампания. Обработано 98% всей площади посевов. Осталось собрать урожай из полей в северной части региона. Там пшеница созрела позже, чем в южных районах, где аграрии уже готовят зерно к продаже. Аграрии Южного Амангельдинского района выращивают хлеб в зоне рискованного земледелия. Здесь не очень плодородная почва, случаются засухи и затяжные дожди. В этом году местные земледельцы, несмотря на трудности, нашествие саранчи, сайгаков и грибковых заболеваний растений, получили хороший урожай. По данным руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Армана Саржанова, это 9 центнеров с гектара. Показатели качества тоже неплохие. 60% это зерно третьего класса, остальное четвертого и пятого. По сравнению с прошлым годом, в этом и урожай выше, и качество. Весь хлеб мы убрали одними из первых в области. На посевную кампанию хлеборобы Амангельдинского района получили больше 1 000 000 000 тенге. Чтобы погасить кредиты и не уйти в минус, земледельцы ждут хорошей цены на зерно. Это по подсчетам агрария Танатара Ахметова 100 тысяч тенге за тонну. Пока дают меньше. Сейчас 80-85. Это мало. Третий класс. Тем более в нашем регионе зерно клейковина хорошее. За 30 переваливает. И натура тоже 750, 760, 780. Поэтому для нас это мало. Осень обнажила еще одну проблему, говорит аграрий. Многие не могут получить положенные субсидии. Сам Танатар Ахметов ждет деньги по двум направлениям. В прошлом году новый комбайн купили. Должны были получить субсидии 20 400 000. Но этих субсидий договор подписанный лежит, до сих пор нету. За химию тоже должны были получить, но нету, не получили субсидии, поэтому... У нас в этом году весной проблемы были. Субсидии, если вовремя не платить, тогда и техника обновляться не будет. Всего в этом и прошлом годах в управлении сельского хозяйства фермеры направили больше 25 тысяч заявок на субсидии. Деньги получила только половина заявителей. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Газиз Ахметчин сообщил о невыплате субсидий по 6 направлениям. Ну, это в основном субсидирование пестицидов, приоритетных культур, инвестиционных проектов, удобрений минеральных, порядка 46 миллиардов тенге. Управлением, в свою очередь, все бюджетные заявки оформлены, переданы в центральные органы,
для рассмотрения и принятия дальнейшего решения. В управлении сельского хозяйства обещают непременно перечислить субсидии по мере поступления денег в бюджет. По всем видам выплат уже сформировали листы ожидания. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24KZ. Теперь о погоде. Заморозки до 6 градусов прогнозируют в трех регионах Казахстана. По данным Казгидромета, похолодает в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях. Сильные дожди со снегом пройдут в областях Абай и Жетысу. В центре республики без осадков, усиленный ветер. Ночью и утром возможен туман. В Астане ясно, температура воздуха днем до 9 градусов тепла. Уникальную операцию провели хирурги Национального научного центра травматологии и ортопедии. Врачи пришили 18-летнему парню пальцы, которых он лишился во время работы с бензопилой. Операция длилась больше 8 часов. Сейчас пациент идет на поправку. С ним пообщалась наш корреспондент Эльвира Ликерова. Руслан Исабай мог остаться инвалидом. Он помогал дяде пилить деревянные рейки. Его левая рука попала под лезвие бензопилы и отсекла ему 3 пальца. Родные сразу доставили его в больницу. Только когда увидел кровь, понял, что отпилил пальцы. Сразу зажал кисть руки, чтобы хоть остановить кровь. Крикнул папе, и мы тут же поехали на машине в больницу. Отрезанные пальцы привезли уже на другой машине, следом за нами. По дороге у меня начала кружиться голова, и я выпил почти литр воды. Оказывается, до операции нельзя пить. Поэтому на операционный стол взяли только спустя пару часов. Благодаря врачам все прошло успешно. Хирурги шаг за шагом восстанавливали сосуды, нервы, сухожилия и кости. Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа врачам удалось соединить все ткани. Теперь пациенту требуется длительная реабилитация. В данном случае было ампутировано 3 пальца и операция продолжалась больше 8 часов. То, соответственно, мы их не можем пришить все одновременно. Пришиваем по важности и необходимости на кисти. В данном случае пришивался второй, третий, а потом четвертый палец. Четвертый палец сейчас находится в пограничном состоянии. Я бы сказал, он, скорее всего, даже погибнет, потому что он пришивался последним. Ему просто не хватило времени для сохранения жизнеспособности. Ну, мы были к этому готовы, но не сделать этого было нельзя, потому что чудеса бывают всегда. Подобные травмы нередки, говорит заведующий отделением. В текущем году это уже 10-я операция по реплантации пальцев, проведенная в центре. В среднем у нас в год выполняется не более 15-20 операций в нашем НИИ. Это делается с первых дней, и для этого есть соответствующая аппаратура и квалификация. Другое дело, что, конечно, это не делается широко, и над этим нужно работать. Вот, допустим, у нас в Астане это единственная клиника, которая это делает. Есть одна единственная клиника в Алмате, которая это делает. Больше в Казахстане этого не делает никто. Национальный научный центр травматологии и ортопедии становится площадкой для внедрения самых передовых технологий. Сейчас здесь проводят мастер-классы по использованию инновационной роботизированной системы в эндопротезировании. Это обеспечивает высочайшую точность и эффективность хирургических вмешательств. Роботизированная техника – это новая технология, они в этом году впервые только проводятся, поэтому было проведено 5 операций по эндопротезе крупных суставов с помощью роботизированной установки. Получается, что кровопотеря меньше, более точно это проходит и восстанавливаются пациенты гораздо быстрее. Поэтому в стационаре он находится в течение 5-7 дней, заживает рана, и в этот момент он получает первый этап реабилитации – сгибание, разгибание. Мы его учим ходить на костылях, и последующем мы его выписываем на амбулаторное лечение. Ежегодно в отделении эндопротезирования проводят 1800 операций по замене суставов. Пациенты получают медицинскую услугу бесплатно по программе ОСМС. По данным Минздрава, по всей стране каждый год оперирует больше 15 тысяч пациентов. Эльвира Ликерова, Мадияр Кадыбаев, 24KZ. Теперь новости культуры. Артисты Астана Опера представили на сцене Большого театра постановку «Абай». Показ стал частью международного фестиваля «Видеть музыку», который собирает выдающиеся оперные проекты ближнего и дальнего зарубежья. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана, посольства нашей страны в Российской Федерации и администрации Большого театра. Почетными гостями вечера стали министр культуры и информации Аида Балаева, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдко, российские иностранные дипломаты и деятели искусств. Опера «Абай» была создана 70 лет назад. Впервые ее поставили в 1944 году на сцене Казахского национального театра оперы и балета.
а затем представляли на самых престижных международных сценах. В Москве эту постановку впервые увидели в 1958 году во время декады казахского искусства и литературы. И вот она дебютировала в стенах Большого театра. Монументальная опера Абая Ахмеда Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Уэзова рассказывает не только о любви и борьбе добра и зла, но является зеркалом, отражающим многообразие и глубину казахской души, открывая перед зрителем уникальный уклад кочевой жизни и философские размышления номадов. Критики отметили высокий уровень вокальной школы артистов Астана-опера, в числе которых заслуженные деятели Казахстана и лауреаты многих международных конкурсов. Нынешняя постановка не так сильно отличается от традиционной казахской версии. Для нас даже было бы интереснее показать весь колорит казахского народа. Это является, наверное, одной из главных жемчужин оперной казахской музыки. Постановка «Абай» совершенно не похожа на итальянские, русские и какие-либо другие оперы. Она очень самобытная. Однако казахская музыка все же близка к европейским или российским музыкальным традициям. Для меня сложной задачей была постановка на казахском языке, но это был очень интересный опыт. Спектакль посетили видные российские деятели искусства. Ценители оперы отметили масштаб постановки, высокий уровень подготовки труппы, а также глубину игры артистов. Я вообще профессиональный слушатель оперы. Я скажу, что, наверное, это одна из лучших опер, которые я слышала в этом году. Это потрясающая музыка. Большая радость услышать Салтанат Ахметову живьем, вот не в записи. Мы ее очень любим. Очень красочная сцена, очень прекрасная абсолютно, конечно, голоса, сюжет. Очень захватывающе. Переживаешь за героев, просто как будто это твои родные люди. Ну и, конечно, поэзия Абая. Просто ощущение, как от драматического спектакля. Вот так все прошло, с такими невероятными, совершенно захлестывающими зрительный зал эмоциями. Самое дорогое, что вы поете на казахском языке. Это замечательно. А мы все русские знаем перевод. Спектакль стал настоящим подарком для московской аудитории. Постановка вызвала большой отклик у зрителей. Аншлаг показал искренний интерес российского зрителя к казахскому искусству. Финальные аплодисменты стоя стали ярким подтверждением успеха оперы «Абай» и ее важной роли в культурном обмене между нашими странами. Дана Нуржан, Шахзод Гамиров, Россия. 24 КЗ. Полтора года на строгой диете и ежедневной интенсивной тренировке. В таком режиме проходили съемки фильма «Кажмукан» для актера Ербулата Тюльпергена. Он исполнил роль казахского палуана. Борца в молодости сыграл родной брат актера Диас. К слову, братьев на эту роль выбрали совершенно случайно. Алия Садыкова знает подробности. Биографическая кинодрама «Кажмухан» понравилась многим зрителям, кто уже успел посмотреть картину. Главную роль исполнил Ербол Тюльперген, выпускник Академии искусств имени Жургенова, где он, между прочим, сейчас преподает актерское мастерство. О работе над фильмом рассказывает с теплотой. Сцены борьбы с японским борцом Саракики дались особенно непросто, поделился Ербол. Саракики сыграл наш коллега Ашим Ахметов. Он тоже высокий и сильный. Из-за этих сцен съемочной группе пришлось сделать много дублей. На это ушло целых 4 дня. Это была одна из самых длительных сцен фильма. Подготовительный период занял почти 10 лет, а сами съемки фильма длились полтора года. Много времени занял и отбор актеров, рассказывает режиссер Ханагат Мустафин. Кастинг был очень сложный, потому что я кастинг-директору Майре Абдибаевой поставил такие условия, что, чтобы актер был, главный актер был выше 1,95 м, потому что Кажмухан Мунайтпасов сам был 1,94 м. В целом где-то порядка 2000 парней мы отсмотрели. С начала кастинга Ербол придерживался особого рациона питания, разработанного специалистами индивидуально для него. Каждый день до съемок он проводил в тренажерном зале. В течение 2 месяца актер учился каскадерским трюкам и сумел выполнить все сцены без дублера. Поначалу меня пугала сама мысль сыграть такого титана. Был страх ответственности, но потом я его поборол. Это стало большим достижением для меня.
Схожесть актера и его героя, знаменитого борца, отметил и внук Кожмукана, Бахджан Кожмуканов. Он надеется, что юные казахстанцы в будущем станут подражать не западным супергероям, а настоящему национальному герою, прославившемуся на весь мир больше 100 лет назад. Картина вышла в прокат благодаря поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, а также Государственного центра поддержки национального кино. Алия Садыкова, Султан Бисекенов, 24 КЗ, Алматы. К этому часу у нас все. Всего доброго.